Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что мешает вам спокойно жить в изобилии и в достатке. От какого хлама обязательно нужно избавиться в вашем доме. И как эти вещи влияют на вас и на членов вашей семьи. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы будете много знать для себя ценной, важной информации. Наверное, каждый из вас замечал, что есть люди, которые могут позволить себе часто менять вещи. Они не стоят на месте, постоянно движутся вперед в нужном для них направлении. А есть люди, которые не могут быстро распрощаться со старыми вещами, чем совершают большую ошибку. Ведь от того, как человек относится к тому, что его окружает, напрямую зависит уровень его жизни и что ее будет наполнять. Так сложилось, что на протяжении определенного периода в жизни каждого человека накапливается различное количество вещей, и нужно правильно уметь с ними обращаться. Не стоит лишать себя комфорта, наполнять все пространство вокруг себя вещами только потому, что вы считаете, что большое количество вещей говорит о вашем благосостоянии, что вы сможете похвастаться перед подругами, что у вас забиты шкафы. На самом деле это самообман. Единственное, что вы этим притягиваете в свою жизнь, это негатив и ничего более. Не количество определяет уровень жизни человека, а качество. Каждая вещь, каждый предмет, который нас окружает, которыми мы не пользуемся, потому что бережем эту вещь, либо она вышла из моды, либо по каким-то причинам нам не подходит, знаете, перекрывает поступление новых энергий в нашу жизнь, из-за чего, соответственно, мы не получаем ничего нового и приходится донашивать старые вещи, обувь, постоянно ремонтировать ту или иную технику и жалеться, что у вас по-другому не получается, а ведь все это, что вы имеете, зависит только от вас и от ваших действий. Если вы хотите это изменить, начните действовать и перестаньте себя жалеть. Как только вы научитесь отпускать старое, сразу же в вашей жизни начнет появляться новое. Предметы, которые стоят в шкафу, вещи, которые лежат в шкафах, и вы на протяжении нескольких лет не то что не носили, а даже и не брали в руки – начинает притягивать разрушительный негатив, который разрушает энергетику вашего дома. А это влияет на всех тех, кто в этом доме живет. Их постоянно будут преследовать неудачи, неприятности, будут мучить бессонница, и со временем, возможно, появится апатия ко всему окружающему. Когда люди из дома, который наполнен негативом, выходят из него, они весь этот негатив несут с собой во все сферы их деятельности, что мешает добиться успехов абсолютно во всем. О таких людях можно сказать, что они неудачники, а все ведь только зависит от того, что не соблюдается правило обращения с вещами. Таким людям тяжело находить общий язык с окружающими людьми, и это происходит на энергетическом уровне, так как окружающие ощущают этот сильный негатив и стараются держаться подальше. Но даже если по истечению определенного времени вы все-таки наденете на себя такую вещь, она просто разрушит ваше энергетическое поле. Вы станете подвластны окружающему вас негативу. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте, хорошо подумайте, стоят ли старые вещи такой вот жизни. Не стоит забывать, что ничего ценного также никогда не появится и в вашей жизни, ведь пространство вокруг вас уже занято различными ненужными вещами, предметами, старым хламом. Так работает один из самых основной энергетический закон. Вам нужно настроиться и начать расчищать ваш дом от скопившегося хлама. При этом не жалейте и не думайте о том, что, возможно, вам когда-то что-то из этого пригодится. Знаете, так не происходит. Такими мыслями вы только притягиваете к себе ненужные для вас энергии, а мысли материальны. И вы все время думаете о том, что у вас должен наступить такой плохой жизненный период, когда вам придется начать пользоваться старыми вещами, а вам нужно полностью поменять мышление. Вам нужно начать думать о том, что такого периода в вашей жизни никогда не будет, и что вместо этого вы получите что-то новое, красивое и современное.
Как только вы начнете это делать, в вашем доме приятнее станет находиться. Уйдут ссоры, скандалы, нормализуется обязательно сон и, что немаловажно, улучшится ваше самочувствие и настроение. Старые вещи мешают вам двигаться вперед, они держат вас в прошлом и не дают новым событиям происходить вокруг вас. Недаром говорят, что когда у человека произошло неприятное событие, нужно постараться избавиться от того, что ему об этом напоминает, сменить обстановку, поменять гардероб. Расчищая, избавляясь от старых вещей, вы будете двигаться вперед. У вас начнут происходить приятные события. Если вы долгий период не могли найти работу, это быстро изменится. А если не могли вступить в новые отношения, то приятное знакомство не заставит себя долго ждать. Также старые вещи, которыми вы не пользуетесь, отбирают у вас положительные энергии, которые вам нужны для того, чтобы жить в свое удовольствие и добиваться поставленных целей. Делают вас человеком, который перестает радоваться жизни, не ждет ничего хорошего и думает только о плохом. Окружая себя вещами, которые вам не нравятся, и глядя на которые вы не испытываете удовольствия, и которые старые, вы притягиваете к себе негативные энергии, и в этот же период программируете себя на бедность, так как отправляете посыл, что вам достаточно того, что у вас есть, что вы не нуждаетесь ни в чем новом, и что не готовы принимать это в свою жизнь. Окружая себя старой или сломанной техникой, вы нарушаете этим энергию вашего дома, заполняете его негативом и также отправляете посыл, что вас устраивает, когда ваш дом наполнен таким, что вам не нужны положительные энергии. Из-за этого помыслом вы лишаете его потоков всех нужных вам энергий. Чем больше такого негатива накопится, тем больше и быстрее это повлияет на уровень вашей жизни и даже на здоровье. Дадут знать о себе хронические заболевания, появятся проблемы с суставами, спиной, будут преследовать сильные мигрени. Избавьтесь полностью от всех вещей, при которых вы испытываете дискомфорт. Этим действием вы отправите посыл, который будет говорить о том, что вы готовы принимать новое в свою жизнь, что вы больше не держитесь за старые вещи, что вы начали действовать. Когда вы закончите перебирать вещи, сразу увидите положительные изменения. Вам принесут подарок, который порадует и о котором вы давно мечтали. Вы получите хорошую премию, на которую сможете купить себе обновку. Вам предложат высокооплачиваемую работу, которая полностью изменит вашу жизнь. Поэтому начинайте благодарить за то, что будет появляться в вашей жизни, и она полностью наполнится всем новым. Но не заполняйте все вокруг себя вещами, пусть и новыми. От них через время нужно будет снова избавляться. Вещи должны служить вам и делать вашу жизнь более комфортной, а не вы должны думать, как и где их разложить, так, чтобы они поместились и им было удобно. Меняйте свое мышление и отношение ко всем вещам и предметам, что вас окружают, и увидите, насколько интересней и разнообразней она может быть, и сколько всего вы упустили за тот период, пока не решались расстаться со старыми вещами. Поэтому, пожалуйста, больше не допускайте такие ошибки и живите только в свое удовольствие.